Халё-малё, оболтусы. Ближайшие несколько минут. Мажор окончен, медали получены. Я надеюсь, по итогу открытия сегодняшних капсул я скажу «Заеву». Слушай, я еще бита бы хотел поиметь. Ну, как бы странно это ни звучало. Мажор окончен, медали получены, и нам подкатили, нам подвезли, нам подъехали. К нам подъехали росписи, росписи чемпионов, росписи претендентов. Для начала, для разминки, я уже закупился, и для разминочки давай 5, всего лишь 5 росписей не чемпионов. Слушай, я не знаю, кто они. Есть чемпионы и есть не чемпионы. Поехали, росписи не чемпионов. Ничего не жду. И, кстати, Ставн, кто бы ты ни был, брат, я рад тебя приветствовать. Ты первый. Это ты мой первый, бро. Я запомню тебя на всю свою жизнь. Хочу заметить, как и прежде, интересны только голографические. Золото, вот клянусь, золото не то. Шокс, хорошо. Золото прокатилось, но, бля, я золото не жду. Я жду фиолку. Кто это? Заеву! Я надеюсь, по итогу открытия сегодняшних капсул я скажу «Заеву». Как все прошло? Я скажу, все прошло «Заеву». Нафаня из Гамбита, который побывал на крюке у Бумыча. А вот тот самый Бумыч на крюке, у которого побывал Нафаня. Поехали! Фиолка. Хотя бы фиолка. Я не жду от... Бля, да что такое? Бумыч! Зуга. Элик. Хорош. Как его на этом мажоре назвали? Бог Калаша. Ну, не знаю я. Бог Калаша сомнительно, но пусть будет так. Мне почему-то электроник с Аугом ассоциируется. Я не знаю почему. Хотя я знаю почему, но я не знаю почему. Фиолетовый Симпл — это раз. Красный Бумыч — это где-то рядом. Фиолки на этом мажоре — это что-то с чем-то, я тебе говорю. Ну все, слушай, фиолка есть, теперь нужно золото. Все не то. Все не то и все не так. Электроник. Электроник ни о чем. Слушай, это, говорит, электроник. Какой электроник? Никакой. Ничего личного к электронику, я про наклейку. Бумыч, фиолка Бумыч, хорошо. Слушай, я еще бита бы хотел поиметь. Ну, как бы странно это ни звучало. Да простит меня Валерка. Валера, сорян, брат. Ничего личного опять. Сука, я чувствую, после открытия этих капсул, после открытия этих автографов, я получу энное количество, там, либо судебных исков. Хотя нахер я им нужен? Блять, сука, размечтался. Сколько у нас? 5 в остатке, всего 5. Золото. Золото должно подъехать. Фиолетовый Бумыч. Фиолетовый. И синий бит. Синий. Давай золото. Ну что такое? Перфекто прокатился. Элик, синька. Две. Я хотел сказать крайние. Не крайние. Две. Да, бля, ну пожалуйста. Ну так нельзя. А кто-нибудь рассказывал им, что так нельзя? Перфекто. Я надеюсь, сейчас. Кого? Я даже не знаю, кого я больше хочу. Сашку, ну Сашку просто потому, что это Сашка. Бит мне конкретно приглянулся. А Бумыч, наверное, мой любимый игрок. Поехали. Раз, два, три. Контейнер, что-нибудь подари. Давай, я хочу сказать перфетто. Сука, антиперфетто. Ну как-то так. Ну вот как-то так. Вот такой маленький, вот такой вот странный ролик твоему вниманию. Ну и ролик закончился. А для тех... Для тех, кто смотрит ролики до конца, для тех, кто смотрит ролики со звуком. 10, да, первые 10 комментариев по счету схлопочут от меня каждый по капсуле с росписями чемпионов. А теперь точно все. Доброго утра, дня, вечера, чтобы у тебя там ни было. Пока, ребятушки.